Ну тогда поиграем в мою любимую игру «Вымышленные фамилии». Азамат Мусагалина. Интересно. Хорошо. Вячеслав Дусмухаммета, запрещенная в РФ организация. Денис Дорохуй. А у него такая есть. Ты же сейчас ничего не переделал. Валерий Сютки Плохи. Такое было, по-моему. Да. Валерий Сютки через двое было. Вот, видишь, совсем другое, брат. Да. Лех, для тебя. Давай. Алексей Шальночь и Тишинадзе. Нормально. Вот, нормально. Вот и думайте, блядь. Екатерина Моргуноги, убери нахуй отсюда. Блядь, сука, блядь.